Левый, левый под руку. Левый первый сюда. Ну, а почему? Даже левый. Да, только под руку. Вот твое движение. Подними. Вот он ты. Там, там. Ты первый удар в воздухе бьешь. Выкидывай его. Двигайся. Почему ты не достал? Не, на, не назад садишься, а вперед и вниз, Рашид. Падай плечом на носках. Двигайся. Ты вот то же самое. Ты видишь, что я с Соней сейчас за истерику делал? А? Ну до нее дошло. А именно. Ты подпрыгиваешь. Она что делала? Она била и садилась. Она вставать надо. Какая разница, что ты ногами толкаешься на месте или ты выпрыгиваешь вместе с кулаком? А ты начинаешь двигаться и начинаешь ручкой быстрее. У тебя рука опережает ноги. Должен выпрыгнуть, подпрыгнуть и ударить в воздухе вместе с кулаком. Первично кулак и ноги одновременно, но ноги вначале. Вот подскок мне покажи, двигайся передней рукой, раз. Зачем ты останавливаешься? Не надо крутиться сейчас на ударе на этом, это атака-вызов. Пошел второй удар, падай плечами. Вот-вот-вот, и сразу падай. Просто, Рашид, не выпрямляй руку, упади вперед. Вот вперед прям плечиками. Та-тан, вот туда, вот прям вперед. Вперед у тебя получится вот сюда. Опять, опять, выкидывай кулак, прошу тебя. Молодец, ну вперед, вперед. Ты видишь, вот ты пытаешься руку выпрямить, тебя отталкивает. Вперед, вперед, вниз, вперед. Вот это движение. Наклоняйся. Смотри, вот все хорошо, послушай. Торопишься второй удар рукой сделать. Понимаешь? Смотри, что ты делаешь. Ты раз и быстрее вот тут сделать. Нет, у тебя первично, ты уходишь от удара. Второй удар – это удар под руку, удар, встречный удар. Почему? Потому что ты противника оскорбил, ты ему сделал тань. И наклон. Выкинуть руку, она сама вернется. Но не рукой стараться второй удар сделать. Ударить и начать делать уклон, как бы, и ударить. Уйти, начать плечами вниз падать. Понял меня? Хорошо. Давай еще раз. Молодец, мысль вижу, но падай вниз просто, наклоняйся на удар. Вот ты вперед должен где оказаться. До свидания. Кидай кулак, выкидывай руку, первый удар. На удар, Рашид. Ну хорошо, давай просто под руку удар. Двигайся, сразу первый удар под руку. Плечами вперед, вниз. Нет, ты удар будешь бить? Опять. Вот. Встал. Стой на месте. Посмотри, вот ты уклон делаешь, вот пошел плечами и удар. Вот, ты делаешь плечо и удар, плечо и кулак, ясно? Тогда ты уйдешь с линии атаки. Попробуй намедленно сделать на месте. Вот ты как, уклон с ударом у тебя получается, бей. Почему ты назад делаешь движение? Во, уклон с ударом, вот он ты. Вот этим плечом, не спиной, Рашид, а плечом. Ну, ты удар будешь наносить? Да. А теперь это движение сделай. Двигайся. Один. Подними левую руку. Падай плечами. Переворачивай плечо, дорогой мой. Наноси удар, бей. Вот, вот, переворачивай плечо. Еще прям переверни. Во! Вот сейчас ты вот перевернул его. Да. Понятно это? Вылетает при этом кулак. Пошел два удара. Молодец. Во. Удобно сейчас? Еще раз. Так, там, вниз плечо туда. Да, только не надо вперед сильно прыгать. Второй удар. На месте почти. Вниз. Где, где? Зачем ты меня вперед прыгаешь? Раз и вниз. Падай. Подними руку. Падай, падай, падай плечами. Первое движение вместе с кулаком. Кулак перед
Во! Ой, молодец, сейчас сделал. Вот кулак пошел первым движением перед тобой. Понятно? Еще раз. Нет, опять опоздал кулак. Вместе с кулаком. Молодец. Умница. И отсюда в то, и выход из правой, все что угодно, правильно? Вот сейчас понятно, что ты сделал? У тебя корректно получилось. Кулак перед тобой пошел. Вместе все, у тебя собралось в единое целое. Умница, молодец, пользуйся. Все.